вечер, здравствуйте! Полный рост его. Нет, я сейчас так, а потом я сделаю как надо. А теперь, привет, орбита! Привет, привет! Замечательно, здоровско. Я надеюсь, вы уже в курсе, для чего мы здесь собрались. Собрались мы здесь для того, чтобы приятно провести время. Ну и заодно посмотреть на последние спортивные достижения выдающихся, талантливых, уникальных, красивых и одаренных детей, а также их воспитателей и вожатых. И сейчас этих, они пока скрываются, наших спортсменов, мы под бурные аплодисменты приглашаем на нашу сцену. Пожалуйста, аплодируйте. Команда выходит. Выходит смелее. Сильно на них не давите, но они испугаются, убегут. Вот чуть-чуть подальше. Так вот, непонятной команды, конечно. Но для того, чтобы нам было понятно, предлагаю познакомиться с этими командами. Как не так, они у вас? Не, ну я вам дам слово, а вы сделайте, как вы задумали. Итак, передаю слово. Сегодня первыми стартуют дети. Потому что они подготовились, они пришли с бумажками, а вы пришли неподготовленные. Итак, дорогие мои, представляю, команда детей. Можете им поаплодировать. Команда бывших детей. Капитулируют, видите? Они еще не поставили, они уже убежали. Идите отсюда. Итак, микрофоны. А, да, мы идем на биатлон! Команда наша! Чемпион! Мускулы! Сильные! Сами мы! Красивые! Кто за трое у солнца рад? Весь спортсмен и спросим в ряд! А команда есть? Есть! А капитан наш здесь? Здесь! Наша команда! Два лиги! Наш девиз! Несмотря на банные, мы добьемся всех побед! Oh, shit.
Спасибо, молодцы. Это была команда, я так понимаю, рваный кет. Правильно? Все узнали ее? Честно, чей кет разорвали? Наверное. Потретенного Саши. Молодец, Саша, кеды не пожалел. Где ты, Саша? А, он побежал менять новые, да, родители приехали. Хорошо, сейчас мы видим вторую команду. Надеюсь, с кедами, так же, как с мозгами, у них все в порядке. И мы это сейчас увидим. Итак, команда с кедами и с мозгами приглашается на сцену. Под ваши аплодисменты. Помериться силами соперников. Посовещайтесь, выберите мишень, под которой вы, я намеренно не говорю, что под каждой мишенью, но из названия понятно, что там будет. Домашка будет домашка,
нам приехала Дол и Машка. Но выбрали? Говорите. Это? Которая? А что? Выбираем биатлон. Ну, мы сегодня все на биатлоне, на веселом. Конкретно вы выбрали мишень биатлон? Да, стрелять будем. Это, к сожалению, вам не повезло. Это интеллектуальный биатлон. Вы сейчас будете друг друга стрелять вопросами. Да, которые вы подготовили, по очереди будете задавать. Достаем свои шпаргалки. Они забыли. Они не подготовились к своим вопросам? Придумывайте школу. Итак, у каждой команды заготовлено или не заготовлено три вопроса. Задаем, соперник отвечает, получает балл. Соответственно, не отвечает, ничего не получает. Итак, раз вы выбирали, пожалуйста, свой вопрос. Знаете ли вы, что в лагере «Орбита» есть тренажеры? Скажите, пожалуйста, где они находятся? 30 секунд. Досрочный ответ. Вы пообсуждали? Вы уверены, да? Все? Пожалуйста, Ваня. Медпункте. Где на втором? Где вес и рост? Так, у нас есть представители второго этажа медпункта, там у вас есть тренажеры? Итак, ответ правильный. 1-0 повели, так, пожалуйста, вас берем. Молодцы! На какой вид спорта в свое время взяли Олега Александровича? Да, меня не во все виды спорта брали, к сожалению, но кое-куда взяли. Первый вид спорта, который я пришел в 19 лет, до этого я занимался математикой. Да. Мы готовы? Ну, говорите. Олег Александрович. Так. Это... Вы забыли сказать, извините, конечно, но вас не взяли. Косы блести. Да нет такого вида спорта. Туда меня как раз взяли. Я косоплет известный. Это... Вид спорта назовите, который меня взяли. Волейбол. Вы думаете, меня не взяли в волейбол? Да. Я вообще-то, между прочим, победили первенство города среди трудовых коллективов по волейболу. Молодец! Если вы не знали. У меня даже в трудовой книжке написано. Ну, давайте ваш ответ. Спортивная гимнастика. Вот. Спортивную гимнастику меня не взяли. Правда, у вас был вариант рост. Спортивную гимнастику не берут высоких, там они... Головой в обрусье стукаются и травмы получают. Да, был у меня претендент, так, спорткомплекс «Октябрь», была гимнастика, и меня туда выгнали с просмотра. Так, хорошо, ваш вопрос. Так, это... Которая? Когда будет летняя Олимпиада в Сочи? О! Подумайте! Когда будет летняя Олимпиада в Сочи? Не надо подсказывать. Летняя Олимпиада в Сочи не будет, но зимняя... А когда будет, ты ответ-то дай. Никогда. Как ты можешь утверждать, что ее никогда не будет? Так, интересно. В феврале. Нет, через... 199. Через 199 дней. Летней не будет, будет зимняя. Через 199 дней. Правильный ответ. Ну что, ваш теперь вариант вопроса. А, Маш, только что ответили правильно. Под каким номером выступал в футбольной команде Сергей Александрович Петров? Ну-ка. Он не в команде «Космяс» играл. Это не его футболка, это Алексей ему привез. У него совсем другой номер. 83-й, по-моему. 87-й, да. Да. Сейчас опять какую-то фигню скажут. Как обычно. Интеллектуалы вы наши. Ротом говорите, давайте. Ну, под каким номером? Нам нужно подзавещаться и сходить в Калуша, да? Я так думаю, это... Как его? Ну, это... Бесконечность. Номер... Ну, он бесконечно играл. Ну, номер на самом деле большой, такой крупный, но есть более-менее, так сказать, приземленный номер. От 1 до 10. Не угадал? Сейчас даже есть двухзначные номера. 99. 76. Роман Шаронов выступает. Мой родственник в Рубине. Кто не знал? Мой троюродный брат Роман Шаронов. Рубин, Казань. Нет, я просто по бабушке Шаронов, если кто не знал. У нас дядьки там родственники. Что, ребята, что делаем? Делать-то будем. Ну, номер назовите какой-нибудь. 23. 23 номер. Подожди.
Вы так знаете правильный ответ? Сергей Александрович тоже знает. Давайте спросим, вы спросите у Сергея Александровича. Номер. Под каким номером вы выступали? Немножко, это у нас спортивный КВН, так, клуб веселых и находчивых, нужно вам подумать было легко. Так, вы задали вопрос, у вас третий. Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Мы правильно ответили на его вопрос? Сколько входных дверей в спортзале? Входных? Считайте внимательно, не торопитесь. Спортзал. Ну, давай, Ваня. Три. Так, Ваня сказал три. Вы хоть сами считали? Давайте, сколько у вас? Ну, вообще, мы сами никак бы не знаем. Мы сами не местные? Ну-ка, давайте, посчитаем. Так, ну, сзади вход запасной, потом впереди. Это через кружки, которые? Это через кружки. Раз. Это впереди. Главный. Главный. Два. Да, главный, короче. Так. И сбоку. Так. И на второй этаж пожарная это. Итого получилось? Четыре. Ваня, ты до четырех что ли считать? Четыре на твоих глазах только что посчитали. Но, к сожалению, не сориентировались. Так, вопросы еще есть? Так, а сколько у нас там? Счет неравный случайно? Неравный? Ну давайте последний мы вас добьем, так сказать, морально. Каким первым видом спорта занимался Олег Александрович? Нет, вы теперь подумайте, на самом деле. Вот из гимнастики куда я мог пойти? Рядышком, все рядом. Да, волейбол, я скажу, в институте начал заниматься в 19 лет. Плавание. В дюш. Ну-ка, давайте. Надо веселый какой-нибудь, веселый ответ, давайте. Ну, микрофон, Геннадий, жги. Ну, так хоккей на траве. Олег Александрович здесь прописан, он, наверное, лопатой зимой снег убирал. Ты что, кёрлингом, скажи, тут заниматься? Кёрлинг. Потом на санях идти, как бобслей из горки с главной арки и туда. Бобслей, боб. Так, итак, кёрлинг на бобслей, да? Да. Нет, не угадали. Все гораздо проще. Фигурное катание. Да, я занимался фигурным катанием целый год, пока не растаял лед. А продемонстрировать можете? Ну, льда нету, ну, так хотя бы там. Я умею, знаешь, там нас Тима учили, фонарики вот такой, раз, я вот так умею фонарики. Нет, до клуба мне даже... Назад я умею так вот, ногу подгибаешь. Назад, знаешь, есть зад. Ну что, дорогие дети, повернулись к болельщикам, пусть вам поаплодируют. И мы узнаем у Сергея Александровича, чем завершился стрелятельный биатлон по интеллекту из команд. 3-1. Хорошо. Держите микрофон. Выбирайте, пожалуйста, следующий. Так, разминка у нас что? Была? Нет? А, биатлон. А вот, биатлон сейчас закроют. Оп, ведь я волшебник. Выбирайте любую. Тут некоторые... Фитнес, наверное. Фитнес? Да. Фитнес. Ха-ха, сейчас они отомстят вам. Катя, это их домашний козырь. Сейчас Екатерина выходит вперед на сцену. Вы выстраиваете шахматном порядке своей командой. Там три вперед, три назад. Катя впереди. Будет звучать музыка. Катя будет показывать движение. Они тоже не знают. Нет, вы все вместе. Ваша команда сюда, ваша там одновременно. Двигаемся. Нам ваша половина здесь. Друг за другом, да. Станьте пошире, вперед, я вам не буду мешать. Пошире. Кате неизвестно, что будет показывать ни своей команде, ни другой. Да. Жюри смотрит, болельщики. Мы потом по аплодисментам определим, чья команда к фитнесу готова на сегодняшний час лучше. Главное внимание, экспрессия, динамика, улыбки и драйв. Дети за спорт! Don't you know, 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 don't you
ocean. Капитаны, веселые старты, звезды спорта, самый ловкий, это не про вас, о, спорт, ты мир, дружба, жвачка. Мы выбираем вот это, веселые старты. Вот это? Отлично, веселые старты. Тогда прошу команды перейти на левую половину зала за линию старта. И мы начинаем веселые старты. Значит, ваша команда слева, рваный кед, справа от меня. Ой, жертвы качалки. Давайте их поменяем. А, да, вы будете загораживать своими телесами накачанными. Вот, отлично. Можете вообще за шторы уйти. Где-то здесь? Первый конкурс! Самый любимый конкурс Сергея Александровича посвящается недавно прошедшему, еще не закончившемуся, чемпионату мира по пляжному футболу. Итак. Ракетки у Славы есть. Зачем нам ракетки? Нам ракетки не нужны. Итак, это воздушный футбол. Кладите шарик на пол. Сами становимся на четвереньки, на коленочки. С помощью своего дыхательного аппарата, Гена, у вас будет преимущество, вдувайте в себя. Нужно задуть шарик вот в эти футбольные ворота. Если вы задули, вам один балл. Не задули, соответственно, берем, чья команда быстрее закончит. Ага, все, по очереди. Чья команда быстрее по очереди пробежал, шарик прокатился, неважно, попал в ворота, мимо, подбираешь шарик, возвращаешься, отдаешь, кладешь на линию старта и следующий участник. Задание всем понятно? Давайте мы с залом все вместе дадим им старт, да. По команде 3, 2, 1, и они побегут. Приготовились все вместе. 3, 2, 1. Они получили ролик, сынок! Молодец, молодец!
веселый старт. Давай, Шарик, что такое? Коленки мама? И чье мы тебе йодом потом замажем? В этом конкурсе, значит, этап состоит из трех конкурсов. Следующий конкурс у нас будет называться «Выбей кеглю». Первыми начинают дети. По очереди каждый будет пинать кеглю мячиком. Потом будут пинать вожатые. У нас есть 6 кегель. На каждого по одной. То есть максимальное число 6. Нужно выбить. Чем больше, тем лучше. То есть одним ударом 2. Это вообще засчитывается как плюс. Как вообще бонус. Супер бонус. Вот в эту не стреляйте, в ней эти свинцовые шарики, она все равно не упадет. Это я так вот подсказал. Где мой мяч-то? Я не помню, куда я его положил. А, вот. Мяч у нас фирменный. С чемпионата мира по регби. Это настоящий мяч, смотри. Настоящий? Итак, клади на центр. Можешь не на центр, на линию, на линию. Любого, вот кеглю примей себе, любую. И в нее нужно попасть нашей волшебной дыни. Готовы? Подожди, Шарик, за гаражом, то есть вы тут все разрушите. Весь наш реквизит годами готовлены. Ну давай, попадание в меня не считается. Мимо! О, Витька, на линию поставь, на линию. Хорошо, давай, не торопись. Есть! Арина, держи. Личку поймала. Одна кегля. Так, внимание, не торопись. Оп! Попала в меня. Меня попадание не считается. Лови. Оп, молодец. Хорошо, спокуха. Оп! Ничего себе у нас летающие дыни. Боюсь, когда вообще будут белые шмайки кидать. Мне придется спрятаться. Ваня, я уже боюсь, боюсь. Оп! А при чем здесь ты писал? Александр Сергеевич, ну, давай, не торопись, любую дыню. Вот молодец! Все кинули, все бросили. Ну все, в этом конкурсе победили дети. Как нет? Это установка на победу. Ребята, вам будет тяжело. А вот этого я боюсь, на. Кидай. Вот ты, а шахматные шорты нацепил, типа, вот, молнии. Ну, давайте, кто первый? Катюха, давай. Главное, не сильно, главное, чтобы он катился в попу, и чужу. Оп! Ну, ничего, ничего. Даша, свинья, свежая. Чуй-шуйская. Оп! Ух ты! Молодец, все, тебя лишний автомат взяли. Следующий. Пока. Ну давайте, кто там? Осторожно! А! Я синовитарь раздолбал, а? Ужас! Зачем его качка взяли в команду? Все стены раздолбал уже. Так, мужик, пол силы бей. Предупреждал же. Второго реквизита будет пинать. У меня так, я тут это, шарики защищаю. Ого! Ничего себе! Итак, на тебе знаешь какая ответственность? Никакой! Он вообще убил. Да, он просто отвернулся. Кстати, он не видит без этого, без линзы. Сейчас в меня попадет. Все? Ну что, второй конкурс закончился, переходим к третьему. Ну, так как будто не видно, да? Хоккей с мячом. В первом это все держится в тайне. Итак, хоккей с мячом. Вот у нас кегельки остались. Команды получают хоккейные клюшки. Держите, вот вам. А вам одну, и вам одну. Ленинград. Спонсор нашей эстафеты. Давай, ребятишки! Дети!
назад и руками передать клюшку. Мячик руками трогать нельзя. Кто касается мяч руками, то команде штрафной балл. Чья команда быстрее финиширует, ну, та, наверное, вырвется вперед. Ногой нельзя, только клюшкой. Останавливать мяч ногой можно. Мяч можно. Итак, задание понятно? Так, товарищи, поставь на белую линию. На белую линию. Хорошо. Аккуратненько, клюшками не махай. Йода на всех не хватит. Товарищи болельщики, все вместе. 3, 2, 1. Так. Куда побежал? Осторожно, шторы. Дороги, как память. Конечно, все были молодцы, но из трех конкурсов впереди качки. А в общий счет все равно впереди Романа Петра, счетом 10-7. Так, товарищи качки, вернитесь в свой, пожалуйста, угол. Угол ваш вот здесь. И сейчас выбирают рваные кеды. Давайте, кто? Самый ловкий? Давайте самый ловкий. Ловкий, да. Хорошо, конкурс «Самый ловкий» посвящается национальной русской игре «Городки». Для этого, условия. В этой игре капитан не участвует. Он стоит там, наблюдает. Так, кстати, вы молодцы. Тайм-аут? Покурить можно. Я пока выставляю. Вова, включи какую-нибудь музыку, пожалуйста. Соответственно, кому-то одно не достанется. В итоге, кто в этом конкурсе выйдет в финал, тот принесет победу своей команде. Итак, становимся через одну, ваша команда, через одну. Один, один, один. И ваши, соответственно, через одного. Через одного, да. Мать? Ну, через игроков. Чего вы стали вдвоем-то? Вон туда. Вот. Все. Вожатые дети, вожатые дети. Все, молодцы. Итак, в круг заходить нельзя. Ходим вокруг. Музыка заканчивается, раздается выстрел. Вы падаете. Кто не упал, тот поднимает кеглю. Все, задача — поднять кеглю. Дети, да ну их, я вам стишок хотел рассказать.
мальчик с микрофоном. Да, нужно городошину поднять, у друг друга не отобирать. Если вы взяли, а у Владика, просьба у Владика не отобирать, он будет плакать. Итак, внимание. Встали ровненько и пошли по кругу под музычку. О, пошли, да, красиво, вот молодцы. О. Так, кому не досталось? Отобрали самого маленького. У тебя отобрали? Иди, отомсти. Ставим обратно в кружочек. Надо так пошире поставьте, пошире. Нас много. Поехали. Внимание, здесь у вас руки на ближе к земле. Уже носы там жить. Хватайте их за шорты. Ой, Владику досталось. О, не досталось. Ну ничего, ничего. Владик, давай у тебя заберем. У тебя. Давай. Чтоб тебе не надо. Ставим кружок. Так, пока ничья. 1-1. Ну что вы так? Пошире поставьте. Да. Да еще шире. Вот так. Вот так. У нас места много. О, дай. Широкий парень. Поехали. Танцуем, танцуем. Красиво. Пошире, пошире, мальчик, пошире, вот так, большой, еще шире, вот, молодцы, давай, поехали. Это самый ловкий, самый хитрый. Оп, да что такое, Даша, так, ну, Даша, Даша, пока зевала, вот, ну, все, ладно, поднимите ее, да ты нормально, ну, все, Даша, становись. О, ничья пока, 3-3. Поширее, поширее. О. Давай. Качки, дети. Дети, качки. Хватай. Арина, в чем дело? Ставим. Ну, давайте одну заберем. Пошире, пошире. Тачки, осторожно. Вырваться в финал. У нее ногти! У нее нормально сейчас отломает немножко. Ну ничего, ничего. Ногти это полезно. Да, большой, большой. Все видели. Большой она остается. Качки, оказалась Катя. Аплодисменты, она продержалась до последнего. Ну и там оказалось два ловкача. Между ними уж не будем, ладно, проводить. Итак, сейчас выбираю. Качки, выбирайте себе конкурс. Разминку? Вы хотите, вы еще не размялись? Ну давайте разминку. Снова переходите на ту сторону. Это спортивные конкурсы в виде разминки для мускулов. Собственно, чем вы можете сегодня похвастаться.
Итак, разминка. Достаю свою шпаргалку. В разминке у нас также три спортивных конкурса. Первое — это будет бадминтон бегающий и прыгающий. Выдаю вам по ракетке. Держите вам. Держите вам. Нет, мы сейчас сначала побегаем, потом поиграем. Шарик, клади. Проверь. Не падает? Не падает. Клади. Все. По-моему, у него дырка в голове. Дырки. Надо вам назваться. Команда дырки. Конечно, им гиря на голову падала не раз. Пробила там все на свете. Итак, задание очень простое. Нужно с ракеткой и шариком обижать кеглю, не уронить, передать другому. Руками шарик трогать нельзя. Ну, если он только на пол не упал. Все понятно? Друг за другом встали, не мешаем никому. Внимание, болельщики. Три. Два. Один. Старт. Осторожно, осторожно. Старт, догоняй. Ни разу не уронил. О, уронил. Осторожно, не. И когда ты шпорты не потеряй. Ну что, шарики отдайте, а ракетки пусть у вас. Сейчас будет битва не на жизнь, а на победу. Предстоит игра следующая. Называется «Воздушный бадминтон». А где у меня? О, спасибо, Александр Сергеевич. Итак, начинаем. Ну давайте мы начнем, нам чтобы поржать-то было побольше. Команда в белых майках, первая пара подходит к стульям. Да-да-да, отдайте им ракетку. Сначала они начнут. Итак. На. О, нормально сел, как старый дед. Бадминтон разве сидя играют? Если только это не паралимпийские игры. Вставайте ногами на стол. Своими грязными ним. Ты можешь на стол? Все. Вот. Ну давай. А мы будем считать, сколько вы раз. Саланчик вот там. Ну, да пусть двигается. Раз. Молодец. Ну-ка, давай. Может, у тебя получится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Следующая пара. Спасибо, молодцы. Неплохо поняли как, ребята? Угу. Я думаю, вы тренировались в такой игре. Не совсем тренировались? Да можно, тут не важно. Давай, 7, продолжаем счет. 8, 9, 9, 10, 11. Фальстарт. Ну что, уж участник сдриснул с места соревнований. 11, да? 11. Владик, стул не раздави. 11. Готово? Я тебя вижу, давай. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 29. Сразу начнут, не торопитесь. Один мяч счет. Стульчики можно, да, как вам удобнее. Готовы? Раз, два, три, четыре. Следующая пара. Один не считался. У вас сразу счет пошел. Три. Если вы один раз промахнетесь, начнете с данного. Четыре. Ну не надо, спокойно. Продолжаем. Три по-прежнему.
4, 5, 6. Запрыгивай скорее. 7 раз. Ну, следующая пара. Чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Сейчас вот. Вы наоборот можете пошире. Зачем так близко? Так, 7. Поехали. 8, 9, 10, 11. Руки короткие. 11. Все? Пар больше нету? Ой, это сложный интеллектуальный конкурс. Победили люди, которые не обладают таким интеллектуальным кладом. Но молодцы. Давайте им поаплодируем. А у меня разве закончились игры? А, да, следующий конкурс называется «Лопни попой». Это любимый конкурс лагеря «Орбита». Здесь нам понадобится секунда места, десант. Начнет команда. Да, да, сейчас ребятишки начнут. Значит, возьмите каждый себе по шарику. И они будут разрывать и сюда бежать и падать на него. По одному. А, вот так? Все, Сергей Александрович, начну наоборот. Положили обратно. Положили шарики. Вернули шарики назад. На исходную. Значит, что мы делаем? Вот таким макаром вы будете подходить по очереди, по одному. Подбегать вот сюда, в кладовую шариков. Брать шарик. Давайте покажу, а то вы так долго будете придумывать. Значит, представьте, что я Ваня. Не важно. Берет шарик. Судя по тому, как я беру, то, что Владик. Подбегает вот сюда. Говорит, привет. Кладет. Руки делает вот так. И помой старается на него плюхнуться. И все. Шарику очень больно. Шарику будет очень больно. Он будет плакать. И вам нужно как можно быстрее его лопнуть попой. Ну ты не подпрыгивай к потолку. Присядь так пониже. Итак. Руками шарик трогать нельзя. Все. Да, время будет командное засекаться. Поскольку шариков у всех одинаково по 6, чья команда быстрее, налопает попой. Готовы? За линию вернулись. Ой, сейчас болельщики будут радоваться, ржать. Ваня, внимание, все вместе. 3. Вот это твой шарик. Вот тут лежит. Ну, это кому достанется. Все, готовы? Попы размяли?
натяните повыше, а то меня за это зашуют шарик. Сядет, а попа проглотит. Мальчики, сядьте, да, девочки. Итак, внимание, болельщики. Три. Скажите нам веское слово. Кто тут? Перед миром под попой, не попой. Все правильно было. Все шесть. Все участвовали, все молодцы. Ваня молодец, помог. Девушки похлопали Ване. Но в результате все равно упорной борьбы одерживает очки. Но общий счет все равно. 15-14. Очень хорошо. Ну, в этом конкурсе размер инструмента имел значение, поэтому каждому удалось проявить свое спортивное мастерство. Итак, товарищи качки, переходим. Молодцы, вот видите, сразу на хозяйственные. Выбираем. Спасибо, Ваня. Ну, это я потом покажу, мастер-класс. Кто у нас выбирал? Вы выбирали биатлон? Конечно. Теперь вы, пожалуйста, посовещались, решили. Давайте домашку. Давайте домашнее задание. Команды идут готовиться. Да, конечно, можно. Вы здесь? Никуда не уходите. Сейчас будет домашнее задание. Первыми ребятишки выступаем. Готовы? Итак, с домашним заданием по физике, физкультуре и пионерболу выступает команда «Рваный кед». Аплодисменты!
я тут на выходном был, посмотрел в интернете. Сборная России по волейболу мужская за последние 10 лет впервые выиграла мировую лигу. Ура! У бразильцев 3-0. Так же, как на Олимпиаде дернули. Ну что, а теперь домашнее задание подпольной группы «Качки». Можно? Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте посмотрим, кто станет сегодняшним чемпионом очередного кровавого месива. Давайте поприветствуем наших претендентов. Итак, в синем углу ринга на близубой Махнары! Чуть-чуть подальше отойдите. Итак, где-то у меня волшебный микрофон. Пожалуйста, кто у вас будет балаболить? Держи. Итак, начинаем по очереди.
Вы выбрали, пожалуйста, кто это? Что? Как мило! Знаменитый! Знаменитый теннисист! Нет, вы, пожалуйста, хотя бы фамилию назовите, имя. Шевченко Александр. Шевченко. Ну, Борис Бейкер, нет? Варианты есть у вас какие-то? Рейган. Рейган? Да, давайте вы попробуйте отгадать. Ну? Не знаете? Лица не видно. Все видно. Нормальное лицо человеческое. У него что-то еще с носом, по-моему. Да, он у него есть. Это явно не боксер. А вот здесь пончики. Пончики, да. Он приторговывает пончиками. Вот там зрители сидят. А вот это канат, боксер это и ракету. Да это, наверное, он, это ваш этот, из вашего клуба. Рестлер. Ну все понятно, не угадали. Марат Сафин это. Знали хоть такого? Марат Сафин. У него еще сестра есть Сафина. Динара. Вот это она, да, почти. А, ребята, вам. Возможность вам первым сказать, кто это? Это она его. Это оно. Судя по красивым женским плавкам, это она. Вам можно угадать другую. Давай, цифры угадываем. Какой номер у той черной бегуни? 22. Варианты. Сергей Зверев, нормально звучит. Это черная, белая. Белая? Это чай курил, нет? Кстати, кофе с молоком эта группа. Ну что, никто не угадал? По-моему, это Светлана Мастеркова. Да. Давайте дальше. Микрофон у вас есть? О, точно знаете. Кстати, да, вот, может быть, не исключено. Ну, варианты какие-то есть, знаменитые фигуристы, ну, блестите. Советского Союза. Да, они самые. Олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Самое известное. Не, Плюшенко в России выступал, а это Советский Союз еще. Это из программы. Мы еще не жили. Еще тебя называется. Да. Хорошо, Брежнев. Крупский. Ну что, неужели вы не знаете? Ленин и Каплан. Позорники. Дети, вы знаете, самые известные советские фигуристы. Не знаете? Ленин и Каплан. Катя, ты знаешь? Ты не знаешь? Саша, ты знаешь? Павел Иванович, можно? А можно звонок другу? У тебя уже телефон не работает. Ты его 4 раза уронил. Ну давайте, Ирина Роднина и Евгений Роднин. Зайцев, Евгений Зайцев. Ну, Денис Анатольевич горькими слезами плачет. Как не знать Ирину Роднину и Александра Зайцева, да? Кто это? Можно вид спорта угадать? Биатлон. Да нет. Ваш, кстати, во-первых, это велосипедистка, если на то пошло. Нет. Нет. Отойдите немножко, там фонарик не видно. Вот, теннис, ладно, теннис, угадали. Ну, конечно, Шарапова, блондинка, это черная. На сегодняшнем этапе. Помылась. А это сестра Марата Сафина. Дождь, ну-ка, открой рот. Это Даша Маслякова. Маслова. Анастасия Мыскина это, ребята. Ну давайте следующий. О! Мария. Ну-ка. А не ваш ход, помолчите. Ваш, Ваня, вы должны знать. Вид спорта хотя бы начни. Легкая атлетика. Ну и самая известная наша спортсменка. Российская, олимпийская чемпионка. Ну-ка, кто это? Нет, не Наталья. Елена? Исенгваева! Правильно, наконец-то! Хоть что-то было. Ваш вариант! Кто это? Что там мы забыли? Бекхэм! Понеслась игра Бекхэм! Следующая. Дети, кто это? Валентин Шумахер. Дети, о нем подсказали, говорите. Шумахер! Догадались? А вопрос был ваш. Итак, детям заплюсуем Шумахер. Привидение из Калыша.
Ваш вариант. Кто это? Нет, это белый мужик. Темные фигурным катанием не занимаются. Это фигурное катание. Он с коленом, у него было, короче, что-то. Было. Он отдыхал. Олимпийский чемпион. Олимпийский чемпион. Вот моя программа. Но. Я будем. Не можете? Да не Аршавин это. Я будем. Я будем. Ну, никто. Нет, то Плющенко. Сначала он стал олимпийским чемпионом, потом. Ух ты, Катя знает. Конечно, Ягудин. 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 О, так. Почему? Вы сказали. А, ну да. Кто это? Дети. Они подсказали вам. Человек. Мужик. Пиджаки. К сожалению, без кепки. Он обычно в кепке выступал. Ну? Вид спорта – футбол, подскажу. Футбол. Лев? Лев? Я? Ну ладно, Лев Яшин. Лучший вратарь 20 века. Да нет, это походу Кабаева. Разрез глаз, видите, татарский. Алина Кабаева, ладно, угадали. О, в прошлый раз Алекс сказал, что это... 17-й номер в хоккее. В хоккее 17-й номер играл. Нет, хоккей правильно, а вы отгадываете, дети. Ну, вот, посмотрелись. В его команде играл, Арина. В его команде он играл. Только Харламов забивал, а этот не давал забивать. Да, да, в фильме с Харламовым он был. Сейчас. Считаем до 5. Раз. Он с канадцами играл. Да это наш русский! С Харламовым играл в одной команде, защищал ворота! Лучший во все времена! Да ладно, да вы уже не знаете, говорите! Ну, микрофон дайте! Болеет я! Кошмар! Владислав! Третья! Лучший вратарь мира! Так, отвечает ваша команда! Ну, футболист! Роналдо? Роналдо? Рональдиньо, он с длинными волосами, а Роналдо он... Да. Его как еще зовут? Зубасик. Так, дети, это вам. Парень машет. Привет, пацаны. Можно угадать вид спорта? Сразу засчитается. Но? Но? Я ее буду тогда забыть. Варианты есть, Ваня? Арина? Правильно! Лучший баскетболист! Майкл Джордан! Куда и куда можно записать? Бал? Следующий. Вот это. Угадайте. Это я угадаю. Ну, ваш вариант, да, вы говорите. Ну это из фильма «Легенда номер 17». Ну и номер 68, да, да. «Легенда номер 17» под номером 68. Он раньше 68. Валерий. Это он так, Сукачков. 68 номер в фильме был. Не знаете? Ребята, вы знаете? Да нет, ну хоккеист, но не Харламов, это заграничный, из Чехословакии. Питтсбург Пингвинс играл, сейчас в другой команде играет. Ну ладно, это Яромир Ягор. Никто не знал, только я. Вот он, красавец! Плющенко, как говорят иностранные. Вот и бал, ваш теперь ответ, следующий. Есть там у нас еще лица спорта? Все? Так, все, пошли. Ничья. Ничья! Угадали по два раза. По два раза. Хорошо. Так, кто у нас выбирал? Дети? А, вы выбираете? Теперь дети выбирают. Капитаны. Конкурс капитанов. Капитаны переходят вот сюда, а остальные вот зайдите в зрительный зал. Спуститесь, пожалуйста. Это будет конкурс. Включите нам свет, да, из одной, винтовочки, все занимают места, капитаны становятся возле сильного, возле сильного мячика и ждут своей очереди. Винтовку я сейчас перенесу, спускайтесь вон туда вниз. Капитаны и спускаются. Подходят к Сергею Александровичу, он вам, включите нам свет, пожалуйста, на сцене, кто-нибудь специально обученный человек. Спасибо, огромное спасибо. Как вы понимаете, конкурс будет снайперский.
Называется «Попади в книгу». И мы с вами находимся в Государственной библиотеке имени Владимира Ильича Ульянова Ленина с книжками, которые написал Сергей Миронов, Светлана Шатова, Боженков, Ух-ля-ла-ла, Волкова Женя и так далее. Ну что, вот мишени. Вот здесь стреляют дети, вот здесь взрослые. Попыток неограниченное на время. Наоборот? Давайте в любой. Короче. Хорошо. Здесь взрослые, а здесь дети. Взрослые? Это дети. Хорошо. Кто выбирал? Нет, а выбирал-то у нас кто этот конкурс? Дети, они и начинают. Да? Так они уже все решили. Дети начинают. Да? Штору? Пожалуйста. Ну, дети взрослые даже начинают. Дети! Дети должны показать взрослые. А дети показать? Я думала, что я вот так вот смотрю. Идет на время. Можно хоть 25 раз. Стрелять время будет долгое. Ведь нужно 3 шарика. Чья команда быстрее? И точнее будет. Шарики достаточно громадные. Вот, праздник из дуса. Остался еще 2 шарика. Конкурс капитана. Решает, кто самый быстрый, самый точный. Выдержал напряжение. Артём! Молодцы, спасибо, дайте ему сосредоточиться. Молодец! Время? Молодец! Минута 24. Ну, сейчас следующий снайпер. Закройте ему оба глаза. Так будет справедливо. Он будет стрелять. Он будет стрелять. По книгам. Его задача сбить книжку с полки. Итак, привет. Ого, сразу попал в шарик. А книжки так и стояли. Так и стояли. А слабо в числе попасть? Ой! Ой-ой-ой-ой! В молоко. Кривая булька? Если у вас руки растут не оттуда, это ноги. Холостые. У нас тут все холостые. Ага. 45 секунд. Молодцы. Итак, победили качки. Порвали все мячи. Заходим на сцену. У нас заключительный конкурс, который называется «О, спорт, ты мир!». Каждый из участников команды должен будет прочитать стихотворение про спорт. Вы не готовились? Нет? Тогда я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Согласны? Итак, первый вопрос будет вам. Нет, они первые начинали стрелять. Конечно. Тот, видишь, работает только в моих фирменных руках. Можно выключить, у нас тут пока все понятно. Итак, первый вопрос. Если вы через 5 секунд не отвечаете, право ответа переходит этой команде. Да. Думать долго не надо, вопросы простые, детские. Итак, в России в ближайшее время, на следующий год, грозится провести зимнюю олимпиаду. У каждой олимпиады есть свой талисман. Так вот вопрос. Кто из зверюшек стал талисманом Сочи 2014.
сразу, да, подождите, вы пока думайте, а вы готовы? Раз, два, три, четыре. Белый медведь. Белый медведь. Медведь. Итак, четыре варианта ответа. Да. Мышонок, бельчонок, зайчонок, поросенок. Пожалуйста. Зайчонок. Зайчонок. И это правильный ответ. Ну, вопрос как и звучал. Вам вопрос тот же самый. Кто из зверюшек, дайте микрофон, стал талисманом Олимпиады Сочи? Дельфин, леопард, осьминог, собака, улыбака. Леопард. Леопард. И это тоже правильный ответ. Хорошо. А улыбака не попала в конкурс. Она станет талисманом универсиады в городе Красноярске. Кстати, собака-улыбака стала талисманом универсиады. Что? Талисман Арбитиады! О! Талисман Арбитиады, собака-улыбака. Причем живая, говорящая. Хорошо, вам вопрос. Сосредоточьтесь. Сейчас очень будет сложный вопрос, и вы сразу не торопитесь. Знаете. Опять про Олимпийские игры. В преддверии Олимпиады всегда проводится эстафета Олимпийского огня. В России она тоже будет проводиться. Так вот, скажите мне, пожалуйста, кто из знаменитых спортсменов стал рекламным прообразом эстафеты Олимпийского огня и рекламу крутили на телевидении? Олег Александрович. Легендарный спортсмен, я хоть и выиграл первенство города по волейболу, но я не столько легендарный. Варианты вам надо? Итак, без вариантов, значит, вы 5 очков могли заработать, с вариантами только одно. Итак, да я всегда так говорю. То есть я вас спросил, вы не ответили. То есть вы можете сразу ответить. Да, я все понимаю. Вы не ответили, 5 очков не хотите заработать, одно очко. Итак, Александр Овечкин, Андрей Аршавин, Илья Ковальчук, Мария Шарапова. Овечкин. Овечкин? Овечкин. Вы что, знали? Александр Овечкин, правильный вопрос, ответ. Какие есть правила? Хорошо. Следующий вопрос. Они что ли вопросы забыли, те, которые я диктовал? Они будут их задавать? Там мы с вами, Лариса Николаевна. Вот те три вопроса, которые сочиняют, нет? Давайте я тогда их задам, те вопросы, которые мы с вами обсуждали. Ну да. Я из тех, можно, которые мы с вами? Скажите мне, пожалуйста, вот мы с вами сегодня играли в городки. Городки. Да. Сможет ли ваша команда назвать все 8, а вы пока думайте, если они не назовут 8, вы тоже их сможете назвать, все 8 фигур, которые выбиваются. Итак, внимание, начинаем. Письмо, самолет, пушка, гнездо. Ну? Тит. Тит. 5, 3 осталось. Ну-ка, вспоминаем. Да было, она сказала, гнездо. Звезда. 6, было. 2. Самолет был? Самолет? Самолет. Змейка, ракетка. Ракетка. Осталась одна. Так. Нет, 7. Они повторили конверт и письмо одинаково, это одно и то же. Последнее. Письмо, ну, это разное. Ну это одно и то же, письмо или конверт, они одинаковые. Ракетка. Ну вы назвали ракетку, еще одну не назвали. Ну, кто сейчас? Змейка. О, змейку не назвали. Все. Все, ладно. Назвали все, молодцы. Ну что, вопросы кончились? Я думаю, что сын жюри уже готов. Все, по 2 вопроса каждому задали, хватит. Можно подводить итоги? Сергей Александрович, вам слово. Выходите на сцену. Итак, во-первых, спасибо всем ребятам, которые участвовали в «Живых победителям», да, как топор. На последних шагах дистанции победу держи.
Открывайте, открывайте. Открывай коробку. Конечно, Валя. Так руки пожали друг друга. А тебе дружеское рукопожатие. Всем спасибо. Всем привет. Ура! До новых встреч на наших спортивных площадках. Всем спасибо. У вас есть немного времени для того,